50-летняя Анжелика Варум поделилась тем, как складываются ее отношения в семье с 51-летним Леонидом Агутиным. Певица рассказала о том, что они с мужем часто ссорятся. Леонид и Анжелика состоят в браке уже 22 года. За это время их отношения претерпели серьезные изменения. Они стали более размеренными и в чем-то даже предсказуемыми. Бесконечные гастроли, напряженный рабочий график и другие жизненные сложности сказываются на совместной жизни супругов. Певица относится к семейным ссорам спокойно. Раздражительность, конечно, накапливается. Но это настолько закономерный и прогнозируемый процесс, что никто из нас не акцентирует на этом внимание, заверила Анжелика. Варум винит в конфликтах не только мужа. Она признает, что порой и сама становится инициатором ссор. Тем не менее, звездные супруги привыкли друг друга прощать. Оба срываемся друг на друга. Но это давно уже не является для нас предметом взаимных обид. Все понятно, усталость, отметила артистка в интервью для Woman's Day. Анжелика рассказала о чертах характера, которые им обоим мешают в браке. Они оба об этом знают, и уже смирились с особенностями друг друга. Меня прозвали начальником за бескомпромиссность. Не скажу, что это самое полезное качество для женщины, но мои привыкли, пока терпят. Леня более эмоционален в быту. Если что-то выходит за рамки традиции, он вспыхивает, призналась певица. Исполнительница хита «Городок» отметила, что идеальный брак – это миф. Отношения между мужчиной и женщиной, по ее мнению, просто трансформируются с годами и обретают свои новые формы. Семья в нашем возрасте зиждется не столько на страсти, сколько на душевной привязанности и ответственности друг за друга. Семья после 20-25 лет брака переживает момент истины, резюмировала Варум. В начале года Леонид и Анжелика приехали в Майами к дочери Елизавете. Певец опубликовал фото с семейного завтрака в Инстаграм, а звездная мама на одном из концертов в Сочи трогательно поведала о том, как живется Лизе за границей. У Агутина также есть 22-летняя дочь Полина от предыдущих отношений. Девушка живет во Франции.